это, конечно, уникальный зал. Он отличает от всех остальных московских, даже больших залов. Потому что в этом зале я видела такие прекрасные концерты и танцев, и Моисеева, и Березку, и балетных. Я такие прекрасные оркестры слушала с уникальными дирижерами. Я таких певцов там слушала, уникальных певцов со всего мира. И зал, конечно, намоленный этими гениями, этими талантами. Поэтому выходить там на сцену очень приятно, потому что любой посыл эмоциональный, он уже вибрацией идет в зал. Нужно только не врать. И я желаю, вообще поздравляю всех работающих там, и желаю, чтобы вот эту высокую планку искусства не опускали, тем более в наше такое трудное время для этой высоты.